Говорят, что в итоге жизни человек вспоминает, сколько раз он был влюблен и сколько он путешествовал. Я для себя поставил цель – посетить святые места Земли, посетить источники силы и места силы. Это будут буддийские, мусульманские и христианские. Начнем, пожалуй, с буддизма. Таиланд – яркая туристическая страна. И многие из нас спешат сюда на курорты, на пляжные курорты, на острова. Но Бангкоку есть что показать и есть чем вас удивить. Я приглашаю вас в межсезонье в столицу Таиланда – Бангкок. Very delicious. Thank you. Очень прикольно. Манго и дурьяновое мороженое. Самые модные пирожные – это моти. Моти очень популярные, и не только в Бангкоке. А я даже знаю, где в Ставрополе можно найти настоящие, вкуснейшие, оригинальные моти. Знаете где? Скажу вам по секрету. Есть специальное сообщество WhatsApp, которое называется Кэти Кейк. Подписывайтесь туда, добавьте себя и попробуйте их. Одним из самых удобных и самых экзотических видов транспорта в Бангкоке является водный. Еще бы, ведь в городе расположено устье реки Чаун Прая. Районы всего Бангкока соединены множеством каналов, из-за чего Бангкок называют азиатской Венецией. Чайнатаун есть в каждом мегаполисе. Есть в Токио, есть в Куала-Лумпуре, есть в Сингапуре. И даже в Москве есть свой Китай-город. На счастье, к денежкам. Вот это вот к деньгам. На самом деле ничего интересного. Огромный базар, торговля и грязно, как в Китае. Дорогие друзья, я сейчас на рынке цветов в Бангкоке.
Главная достопримечательность города Бангкок – это Королевский дворец. Комплекс сооружений, на территории которого находится много памятников тайской архитектуры и около сотни пагод. Дворец построили в 18 веке в качестве резиденции королевской семьи. В глаза сразу же бросаются стройные пагоды с острыми пиками и золотыми куполами. Архитектура этого здания представляет собой смесь традиционной тайской архитектуры и эпохи Ренессанса. Сразу на ум приходит замечательный фильм «Анна и король». Помните, где гувернантка приехала в гости поработать у короля Таиланда Рамы? Может быть, это здесь и было? Уат Пхо – храм лежачего Будды, второй по величине и популярности храм Бангкока. Он состоит более чем из 30 построек. Был возведен в 12 веке. Внутри храма находится золотая статуя лежащего Будды. Именно в такой позе остался Будда, когда его душа покинула тело. Размер впечатляет. Высота статуи 15 метров, а длина 46 метров. Нереально огромный. На счастье. Yeah.
деревню, где живут мои друзья. Дизель, Лакост, Ральф Лорен, Гуччи, Майкл Корс и многие другие. Но всех же надо навести. Король уличной кухни. Посмотрите, что тут происходит. Мы сейчас находимся в цивильном месте. То есть это не какая-то улица, дорога. Это около торгового центра огромного. Вот такое. Морепродукты. Очень красиво. Запеченные устрицы. Не могу на них смотреть. Я их съем. Это маленькие лобстеры. С креветками. И очень вкусный манго. А сейчас мы поплывем еще в один необычный храм, который построили в 17 веке. Называется он Уат Арун. Храм Уат Арун. Храм утренней зари. Он состоит из одной 80-метровой башни и окружен четырьмя 16-метровыми ступами, которые символизируют священную гору Меру, которая, согласно учению иудаизма и буддизма, является центром Вселенной. Это место является также великолепной площадкой для фотографирования и для получения инстаграм-фото. Здесь можно нарядиться в костюмы традиционные тайские и сделать себе потрясающие фотографии, что, собственно говоря, и делают. Даже продается такая экскурсия посещения храма вместе с фотографированием за 32 евро. Вот Ирина Юрьевна просила тарелочку. Попробую тут отодрать в этом храме. Ой, чуть не отдирается. Many, many interesting people here. Здесь, на террасе Айкон Сиама, я прощаюсь с Бангкоком. Точнее, дорогие друзья, я не прощаюсь с Бангкоком. Я говорю ему просто до свидания, до новых встреч. Я надеюсь, что когда-нибудь я сюда еще вернусь. Мне бы только выбрать день.
Дорогие друзья, я в королевстве Камбоджа, в городе Сиам-Рипе, буквально нахожусь около резиденции камбоджского короля. Но король, оказывается, здесь никогда не жил, и он здесь не живет, он живет в Китае. Номинально ему власть здесь принадлежит, но реально ее нет. Король очень популярный, ему сейчас около 80 лет. Он разговаривает на 5 языках, в том числе на русском, идеально. Он поет, снимается в кино, но до управления страны ему нет никакого дела. Для этого есть премьер-министр. Камбоджа – это королевство хмеров, и все здесь абсолютно хмерское, такое красивое и прекрасное, хотя по-русски это звучит, наверное, немножечко смешно. Камбоджийцы – буддисты. Это проявляется даже в бытовых отношениях. Попробуйте дать им на деньги и не взять сдачу. Они обязательно до копеечки все вернут, потому что, обманув кого-то, эту карму придется потом отрабатывать. А в карму они верят очень. Внимательно посмотреть на дерево, можно будет увидеть, что на дереве кто-то сидит. Кто же это сидит? Это летающие лисицы. Вот такой вот у меня отельчик. Вот такие столики для любителей айфонов. Номер в таком колониальном стиле, я бы сказал. Озеро Тамлесат. Самое, пожалуй, крупное озеро всего Индокитая. Его площадь составляет 16 тысяч квадратных километров, а глубина всего 1 метр. Но в период дождей глубина достигает 10 метров. Эти буйволы адаптировали жизни вокруг озера, и они способны задерживать на несколько минут свое дыхание под водой. Озеро знаменито своими плавучими деревнями, население которых составляет от несколько десяток человек до несколько тысяч. Эти деревни основали выходцы из Вьетнама, вынужденные бежать во время боевых действий. Но поскольку закон Камбоджи запрещал жить на земле, то они не нарушили закон и стали жить на воде. Вот такой водный мир. Они основали, вот сейчас мы видим школу, там есть все, и церковь, и полицейский участок, и староста, и даже кинотеатр. Вы не подумайте, что это бедные лачуги. Там все оборудовано по последнему слову техники. А электричество они получают с помощью солнечных батарей. Очень богатые люди, потому что они занимаются промыслом рыбы и вылавливают до несколько сотен тонн рыбы в год. И нанимают местных хмеров к себе на работу. Но стоит им сойти на берег, как их тут же депортируют. Вынужденное проживание в водном мире.
Денис просил кепку ему купить. Может, вот это подойдет на работу ходить. Это выдра, которая является символом города Чинчун, Южной Кореи. Вот сейчас она встретилась со мной здесь, очень далеко, там лучше, да? Ой, отдай! Мерзкий народный танец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый медленный танец в мире. Спросите меня, почему я уехал в Камбоджу? Я вам отвечу, чтобы увидеть знаменитое восьмое чудо света – Ангкор-Ват. Ангкор-Ват – самый крупный в мире храмовый комплекс. Он был построен в первой половине XII века королем Сураварманом II. На третий уровень, самый высокий, где можно загадать желание. Этот уровень называется просто рай. Это непроходимые джунгли, а это значит, что мы продвигаемся в правильном направлении. Впереди храм, который король посвятил своей маме, а храм называется Тапрон. Кхмеры его называют по-своему храм Анджелины Джоли, потому что именно здесь снимался фильм «Лара Крофт». Честно сказать, и заблудиться можно. Вроде сказали туда.
Храм Баюн построен в конце 12 века нашей эры. Этими башнями. Каждая башня — это 4 лика. Кто это? Король, который построил этот храм? Или это Будда? До сих пор неизвестно. Чангмай – один из крупнейших городов Таиланда. Он является центром северной провинции Чангмай и имеет население около 139 тысяч человек. Чангмай называют культурным сердцем Таиланда. Еще бы, ведь в нем расположено более 200 древнейших буддийских храмов, а также множество культурных центров, парков, библиотек и театров. Дорогие друзья, мы находимся с вами в городе Чангмай, и вот это серебряный храм. Статуя великого монаха Шри Вичая. Она посвящена ему и сделана из бронзы. Вот буквально 50 метров, и вот уже храм Уат Мун Сан. Как вы видите, здесь не Будда, а здесь находится индийское божество Ганеша. Эти бабушки меня сейчас танцевать заставят. Я ждал монаха, а тут бывший артист варьете. Подумал, это уже хинкали. А они, между прочим, по-грузински встречают. Say hello. Гамарджоба. Гамарджоба. Гамарджоба.
Оказывается, это не серебряный храм, а сейчас мне бабушка отведет в настоящий. Это была Silver Gallery, то есть Silver Village здесь вообще. Темпл-то вот здесь находится настоящий. Его имя Сисухан Temple. It means Silver Temple. Дорогие друзья, я в Чан Май, в культурной столице Таиланда. И начну свою культурную программу самого знаменитого храма в этом городе, который сделан из чистого серебра. Серебряный храм – это храм мужской силы. Женщинам сюда вход категорически запрещен. Около него змея, змея Нара. Это змей, у которого 7 голов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 это в буддизме очень важное число. Ну так же как у нас. Семья, 7 нот, 7 цветов радуги. Буддисты и индуисты мирно сосуществуют. То есть одна религия впитала другую, одна философия впитала другую философию. И от этого только выиграли все. Ганеша. Это благополучие и деньги вашему Богу. Нужно писать желание, прикрепить, и оно... Вовочка, как ты там в Таиланде? Наверное, там здорово, как рай такой. Все красивое, пальмы, цветы и дым. Говорю, нет, у меня ощущение в этом Чанг Мае, словно я в аду побывал. Мог ли представить Данте, что подобие его ада вдруг оживет в тропическом Эдеме? Окажется, не мог. А мы посмотрим, как в Таиланде представляют ад. Ну, согласно буддизму, вообще там происходит реинкарнация. Но на какое-то время наша душа попадает вот в такую вот трансферную зону.
одного не пойму. Когда человек умирает, он как бы прощается, его душа с телом. А тут везде истязание тела. Каким образом может быть в аду истязание тела, если тела нету? Никому. Это знает только Всевышний. А он имеет чувство юмора. Хотя бы посмотрите на меня. Скользящие водопады. Что это? Красота природы или экстрим для меня? Сначала мне показали вот это. А потом предложили пройтись к водопаду. Уже 20 минут спускаемся, а потом надо будет столько же, наверное, еще больше подниматься. Потрясающая группа у меня тут сложилась из Коста-Рики, Соединенных Штатов и Испании. Спускаемся. Спасибо! Маленькая девочка меня подняла вот на эту высоту по канату. Очень страшно было. Блин, сказал себе, никакого экстрима, никаких сплавов по реке, никаких подъемов по скользящим водопадам. Зачем я в этот тур полез? National team, Costa Rica, Spain, States, Costa Rica family, and me. 6 утра, и я жду мой автобус, чтобы из Чангмай отправиться в город Чанграй. И в Южной Корее, и в Таиланде меня выручает Salmon Prime. Кимбабы, причем по-корейски, и вот они. Треугольники. Русская очень советовала попробовать вот эти вот треугольнички, вот такие, с сыром. Наверное, попробуем. А кресло здесь одно. Ой, как в Корее почти. Ножки можно вытянуть. Не только ножки можно вытянуть, а вот еще телевизор можно посмотреть. Потому что White Temple находится, оказывается, не в Чанграе, а около.
Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы посмотреть на этот необычный, неформальный, нетрадиционный храм. Этот храм строится с 1997 года и строит его на собственные деньги знаменитый тайский художник Чалимчай Косипипат. Да, он продал свои картины, как в той песне «Миллион алых роз», но не розы купил, а вложил деньги и строит этот замечательный храм. Он отказался от всех спонсоров, чтобы никто ему не диктовал никакие условия. Здесь все сделано так, как хочет он, все его глазами. Этот храм олицетворяет собой рай, попасть в который можно по специальному мосту, откуда тянутся снизу руки грешников. Белый цвет храма олицетворяет чистоту Будды, а зеркала символизируют мудрость Будды и буддийских учений. Сверкает настолько, что глаза слепятся. На фоне белого храма что-то такое золотое. Что ж это за волшебный храм? Это туалет. Наши обладатели золотых унитазов, начальники ГАИ только мечтать могут о таком туалете.
Дорогие друзья, храмы Северного Таиланда не перестают меня удивлять. И сейчас я приехал в какой-то огромный храмовый комплекс, где три главных храма. Это китайская пагода. Вот, наверное, вы ее видите. Вот там она. Вот, пагода. Буддийский храм и храм китайской богини милосердия Гуанинь. Вот она меня, пожалуй, очень привлекла, потому что я ее увидел издали. И таксист сказал, вези туда. Храм гигантский, храм очень красивый. И попасть в него, как во многие храмы, очень сложно. Необходимо преодолеть множество ступенек по лестнице. Но подняться буквально в глаз богини можно только при помощи лифта. Сейчас я поднимусь на лифте на 25 этаж и посмотрю на этот мир глазами богини Гуанинь. Чтобы взглянуть третьим глазом богини на землю и узнал, что там начался дождь. Оно-то весело, тапочки-то остались на улице, точнее кроссовки, а там полили. Вот так, постирал кроссовки раньше времени. И то как пейзажно получилось. После дождя мы с вами в красивейшем синем храме Уат Роцуа. Синий храм – новейшая достопримечательность Чанграя. Храм был открыт в 2016 году. А его строительство до сих пор продолжается. Этот храм тоже авторский, и он невероятно красив.
кто находится в медитации, так это он. Дорогие друзья, хочу вас спросить, какое животное является символом Таиланда? Конечно, это слоны. Безусловно, слоник. И сейчас я отправился в большую слонячью ферму. Мою чуфалку. Придется кормить. Ага, знаешь, что тут сумки. Тыбзит. Вот здесь, на ферме слонов, я и прощаюсь с чаем Маем. Говорю до свидания, до новых встреч.